возможно, надолго, а может и не совсем. Встречаются. Реализовал. Артаваст открывает счет. Бар не подвел его. Пока счет 2-0. Все, пишет, Арзуев уже на баре. Я здесь. Нет. Как же я могу пропустить-то? Бой за третье место. Ох как. Реализовал. Так, и кто? Так, спину. Кто у нас? Кто? Кто в лидерах? 3-0. В лидерах у нас Арик. Арик получается. Да. Так. Кажется, сейчас будет. Нет, не будет. А за третье место. Какой у нас приз? За третье место у нас, насколько я помню, геймпад. Геймпад. Да. Кто-то у них. Сработало? Граната сработала? Смотри, за третье место геймпад. Тот, я смотрю, у них лица такие кислые. Опа! 5-0. Арик, в общем, разрывает. Мне кажется, тут есть некий заговор. О! Отбил не в сухую. Ты посмотри! Ох, они ты видел? Ты видел сейчас? Быстрее. Мы отвлеклись, а они встретились. 6-5. Да, да. Там, возможно, там это был была потрясающий диалог. Тактическая фора. Да, там был потрясающий диалог двух треугольников сейчас. Достойно себя показал. Абсолютно. Но не как сейчас. Аптокатиковал, я бы так сказал. 7-5, да. И посмотрите, просто бровью не повел Артаваст. Прям все. Решили в лобовую столкнуться. 7-6. Да. Чат советует Паше, куда стрелять. Стреляй он там. Он вон там. 7-7. 7-7. 7-7, сравнивает счет. Только, если честно, не очень понятно. Мне кажется, что опять что-то пошло не так. Что на этот раз? Потому что меню показывает нам, что Артаваст бегает с МП-40. Но в руках у него совсем не МП-40. Это что, Гивер такой же, как и у Паши. 8-8. На Пашу прям больно смотреть. Наоборот, он сконцентрировался максимально. Смотри, больно смотреть. 9-8. Ну, вообще, вот так ситуация для обоих, понимаешь? Пан или пропал, в том смысле, что... То есть Арик проиграет, да, мы тут его просто съедим шуточками своими. Вот, Паш проиграет, тоже мне неохота, потому что он рассказывал, что ну, третье место я точно возьму. Нет, да что же вы делаете? Какой-то ой, да что? Да вы что? 10-9! Паша выигрывает первый раунд. Не заколотил. Паша, все хорошо? Не плачь. Еще один бой. Да, ты зря красуешься, Арик. Вот видишь, начали. Ну ты зря красуешься. Ну ты мог бы просто выстрелить, например, в упор. Подкараулил. Подкрался просто. Кэмпер. Что ты вообще? Смотри. А тут тем временем происходит. Караулит собственный труп. Такая, да. Но это... Интересная ситуация, как да, это получается. Это... Да. Ну и что? Конечно. Винтовку, да, бросай винтовку в него. Не, винтовку. Оп! Оп, нет. Но я думаю, что Арик. Ага, да. Так. Охота. Охота началась. Да, так тоже можно. Ничего. Так тоже можно. Опять замечено. Я хочу тебя огорчить. Паш. Нет, снайперку он не бросит. Да. Слушай, ну у него неплохо получается со снайперкой, поэтому ты как-то... Да. Оп. С пистолетом у него тоже неплохо. Выходит... Ух! Да! Выстрел в пятку! Так, битва у дома. Опа! Битва у дома! 4-4. Ну смотри, Арик не собирается, тем не менее, отказываться от снайперки. Хотя, еще раз говорю, он сделал немало убийств. Почему немало? По-моему, четкое одно. Во всяком случае, она ему помогает пугать врага. Вот тебе второе убийство. Вот второе, да.
неплохо. 5-5. Ну, Паша же вслух говорил, что ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как же это просто. Решил прийти на место, где битва уже была, но... Да, и Паша просто встал на месте, и мы... нам было видно, что Арик, не знаю, мне кажется, в тире для пятилетних цели и то больше двигаются. Ох! Так. Паша отыграл. Так, а первый раунд у нас завершился с победой Павла. Да, да. 10-9. 10-9, да. Заметил, это, заметил. Да, это ты понимаешь, к чему я говорю, да? Да, да. Я уже готовлюсь просто к объявлению третьего раунда. Да. Есть просто наше терпение. Замечен. Подводит. Подводит рука. Мне кажется, гранату кинул как-то уже со злости уже такой. Да на тебе! Тоже ушла граната. Оп, блин, оп, на перезарядке! Нет! 9-8! Матч продолжается. Что? Не расслабляться, не расслабляться. Что происходит? О, еще раз замечает! 9-9! Невозможно это! 9-9! Арик, сейчас, это невозможно смотреть, сейчас, что ты делаешь. Я понимаю, зачем скорая помощь. Ой-о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 й
Раунд! Можно я просто домой пойду, пожалуйста? Знаешь, ну то есть уже не осталось каких-то сил радоваться или расстраиваться, просто вот. Не знаю, я эмоционально... Знаешь, я вот понимаю, насколько... Я вот смотрел киберспорт, там сидят там команды все такие, у них там гранд-финал за 500 тысяч долларов. И ты смотришь, думаешь, ну блин, они классные. А сейчас я не представляю, насколько у них железные нервы, чтобы вот речь за геймпад идет, и ты весь вот такой вот. А когда это 500 тысяч, я не знаю, ну не только за геймпад, не упрощай. Я думаю, что в любом случае... честь. Конечно, ну знаешь, самое главное, честь ДТФ, третье, четвертое место, это наше. Честь ДТФ не уронил.